Приветствую всех, друзья, с вами Олег Помазан. И сегодня я представляю вам новый грандиозный проект со взрывным маркетингом от Дмитрия Воронова, где будет ошеломительное движение благодаря супер начинке в уникальном маркетинге. Предстарт проекта начался сегодня, 8 февраля 2021 года, а старт проекта состоится 20 февраля в 12 часов по московскому времени. Итак, название проекта «Pins», и сейчас мы рассмотрим маркетинг и стратегию работы в проекте. Итак, поехали! На предстарте вы сможете забронировать по одному основному месту в первые столы во всех трех тарифных планах, в каждом из которых по 4 одноуровневых стола. И на старте эти места активируются автоматически, и расстановка будет по дате регистрации. На старте вы сможете покупать клонов и рабов. Рабы – это тех аккаунты, которые будут вашими помощниками в движении структуры. Именно они и являются турбиной для реактивного движения мест по столам. Первых рабов вы получите по маркетингу при активации вашими партнерами первых мест на предстарте. Так как когда ваши партнеры будут активировать первые места, то вы будете получать одного раба, который встанет именно в вашу личную структуру, заняв место под человеком или его клоном. Рабы помогают перейти в следующий стол своему хозяину и всем, кто стоит в его структуре, включая и клонов. Раб не может стоять выше человека или его клона, поэтому раб всегда уступает им свое место, а сам передвигается на свободное место в структуре своего хозяина. Рабы – это помощники, которые стоят в вашей структуре и не мешают живым людям и их клонам. Они уменьшают количество людей во много раз, чтобы быстрее закрыть все столы. Допустим, вы пригласили одного партнера и уже сразу закроете свой первый стол и перейдете во второй, так как ваш партнер встал к вам в левую ногу, а от активации им этого первого места вы получили еще и раба от него, который встал к вам в правую ногу. Далее пригласили второго партнера, и тот партнер, который стоит у вас слева на первом столе, уже тоже закроет свой первый стол и перейдет под вас во второй. Так как когда ваш партнер активировал это свое первое место, то он встал на место раба, который стоял у вас в правой ноге. А раб сместился и встал в левую ногу вашего партнера, который стоит у вас в левой ноге, и при этом у него сразу же закрывается и правая нога тем рабом, который вы получили от вашего второго партнера при активации им первого места. Так что, друзья, движение будет очень быстрым и реактивным. Ну а теперь рассмотрим супер реактивное движение по столам с помощью рабов. Итак, первый стол у нас двухместный, и после его закрытия вы переходите во второй четырехместный стол, но при этом структура первого стола продолжает расти. Так вот, после старта вы сможете покупать неограниченное количество рабов, которые будут вставать в вашу личную структуру первого стола. И вот, к примеру, вы не пригласили ни одного партнера, а только покупаете рабов. Таким образом, рабы становятся сами под себя по алгоритму сверху вниз и слева направо в первое свободное место и начинают закрывать свои первые столы и переходить во второй четырехместный стол, становясь там в вашу личную структуру по тому же алгоритму в первое свободное место. И вы начинаете закрываться и переходить в третий восьмиместный стол, а рабы, закрываясь во втором столе, следом переходят за вами в третий стол, выталкивая вас в четвертый шестнадцатиместный стол, где у вас при закрытии первого места вам начисляется 18 клонов, которые идут в вашу личную структуру первого стола, распределяясь там равномерно сверху вниз и слева направо, а стоящие там рабы смещаются вниз под ваших клонов, и клоны моментально начинают закрываться, получать прибыль и переходить в следующие столы под вас, где их ждет такое же быстрое закрытие и продвижение за счет рабов, которые будут перемещаться под них. Имейте в виду, пример приведен только с учетом ваших лично купленных рабов, но ведь еще вы будете получать рабов и от партнеров по маркетингу и переливам от вышестоящих и нижестоящих партнеров, которые находятся в вашей ветке и структуре. Также после старта у вас появится возможность покупать еще и клоны, которые, как и рабы, будут стоить 60 рублей, 50 рублей из которых стоит сам клон, а 5 рублей пойдет на реферальные отчисления и еще 5 рублей пойдет на содержание проекта. Так вот, когда вы начнете покупать клонов, то они будут очень быстро закрываться, переходить по столам и приносить прибыль, а также и по 18 клонов по маркетингу. Также вы должны знать, если в вашу личную структуру пришел раб переливом, то при перемещении или переходе в следующий стол он будет искать первое свободное место в структуре своего хозяина. То же самое при переходе будет происходить и с клонами и партнерами, которые вставали в вашу структуру переливом. Ну а теперь давайте рассмотрим сайт, я проведу обзор кабинета и подробнее рассмотрим маркетинг. На главной странице вы можете видеть последние регистрации, а также топ-лидеров. Чуть ниже вы также можете отслеживать статистику и ознакомиться с тарифными планами. Также можете перейти в официальную группу проекта ВКонтакте и связаться с админом проекта. Итак, если вы приняли решение, то нажимаете «Регистрация». Она довольно-таки простая. Прописывайте свое имя, можно кириллицей. Далее указывайте свою почту, свой логин
и придумайте пароль, а также его повторите. Перед регистрацией убедитесь, что спонсор у вас указан правильно. Если все верно, нажимайте «Зарегистрироваться». Также к сведению хочу сказать, что если вы желаете зарегистрировать мультиаккаунт под себя, то можете его регистрировать по одной почте, но логин указывайте другой. Итак, после регистрации нажимаете «Войти», разгадываете капчу и еще раз «Войти». После регистрации также проверьте, правильно ли указан ваш спонсор. Для начала загрузите свой аватар. Далее в разделе меню нажимаете «Настройки». И здесь по желанию пропишите ссылку на свою страницу ВКонтакте и сохраните. Чуть ниже пропишите свой Payeer кошелек и также сохраните. И будьте внимательны, если вы захотите сменить кошелек, то нужно уже будет обратиться к администратору, написав ему на почту или личным сообщением ВКонтакте. Также перейдите в официальную группу проекта ВКонтакте и здесь вступите в два чата. Основной чат проекта и чат пиара. Здесь, как видите, есть и два раздела. Отзывы партнеров и скрины выплат. И вот в этих разделах вы можете размещать свои отзывы и скрины выплат. Далее перейдите в раздел «Конкурс». Здесь вы можете знакомиться с действующими конкурсами, которые проводит проект. В данном случае сейчас запущен конкурс рифоводов, который закончится 27 февраля. И чуть ниже увидите призы и топ-лидеров. Далее раздел «Пополнить, вывести». Здесь вы можете пополнить свой баланс, вывести деньги на свой кошелек и перевести участнику проекта по логину. Также чуть ниже вы можете ознакомиться с историей своих операций. Далее раздел «Рефералы». Здесь находится ваша реферальная ссылка, по которой вы можете приглашать партнеров. Чуть ниже статистика и ваши рефералы. У реферала вы можете наблюдать, в каких площадках он активировал места и сколько у него рефералов. А после старта еще добавится ID его первых мест в площадках, с помощью которых через поисковик вы можете просматривать его структуру. Также здесь указана его почта, и если он указывал страницу свою ВКонтакте, то будет и значок, по которому вы можете перейти на его страницу. Также если нажать на аватар партнера, вы можете посмотреть статистику его личников. Если также нажать на аватар его личника, то статистику и его рефералов можно посмотреть. И так во всю глубину. Далее раздел «Баннеры». Здесь вы можете скачать баннеры любых размеров и запускать рекламу. Ну а теперь давайте подробнее рассмотрим маркетинг. В проекте три площадки. Первая площадка А130, вход в нее составляет 130 рублей. Вторая площадка B390, и вход в нее составляет 390 рублей. Ну и третья площадка C1170, со входом 1170 рублей. Маркетинг всех трех площадок идентичен. Разница только в сумме входа и начислениях. Во всех трех площадках по 4 стола. И переход по столам автоматический. А вот автоперехода по площадкам нет. Поэтому рекомендуется участвовать сразу в трех площадках. Или позже с прибыли самостоятельно в них переходить и покупать места. Равно как и клонов, так и рабов. Сейчас давайте рассмотрим первую площадку А130. Вход в нее составляет 130 рублей. И эта сумма распределяется следующим образом. 50 рублей стоит место в первом столе. Далее 50 рублей идет на раба спонсору, 10 рублей на баланс спонсору, 10 рублей на раба админу и 10 рублей комиссия проекта. Как я ранее говорил, стоимость раба 50 рублей. Так вот, когда у админа будет накапливаться 50 рублей, автоматически будет создаваться раб, который будет становиться в его структуру. По алгоритму сверху вниз и слева направо в первое свободное место. Таким образом, переливы от админа гарантированы. Также у него еще и в четвертом столе будут создаваться клоны, а именно после закрытия первого места он получит 18 клонов, которые пойдут в его структуру, в первый стол и тоже займут первое свободное место. Итак, матрица первого стола двухместная. И как только у вас закрывается первое место, вы получаете 50 рублей на вывод. После закрытия второго места вы переходите во второй четырехместный стол, где после первого закрытия места вы получаете 50 рублей на вывод. Далее от закрытия идет накопление, и после закрытия остальных трех мест вы переходите в третий восьмиместный стол, где после закрытия первых двух мест вы получите две выплаты по 150 рублей. Ну и далее, когда закроются остальные все места, вы перейдете в четвертый 16-местный стол, где после закрытия первого места вы получаете 18 клонов, которые пойдут вам в первый стол данного тарифного плана и встанут именно в вашу личную структуру. А далее при закрытии каждого места вы будете получать по 900 рублей на вывод. Всего вы получите 13 500 рублей. Итого со всех столов, только с одного места, которое пройдет все 4 стола, вы получите 13 900 рублей на вывод и 18 новых мест в первом столе. И эти клоны будут приносить вам такую же прибыль, как и ваше основное место. И дойдя до 4 стола, генерировать по 18 клонов. Как я ранее говорил, в трех площадках маркетинг идентичен. И поэтому сейчас давайте суммируем общую сумму прибыли с одного места по всем трем тарифным планам. Первая площадка 13 900, вторая площадка, где, как видите, все аналогично, разница только в сумме входа и начислениях. И здесь к общей прибыли первой площадки суммируем еще 41 700 рублей.
Это общая прибыль с одного места в данном тарифном плане. Ну и далее переходим в площадку C1170. Здесь общая прибыль с одного места составляет 125 100 рублей. Таким образом, общая прибыль с одного места со всех трех площадок составляет 180 700 рублей. Благодаря клонам ваша прибыль всегда будет увеличиваться в геометрической прогрессии, а рабы, в свою очередь, ускорят закрытие и получение прибыли. Итак, как правильно забронировать места в площадках на предстарте? Переходим в аккаунт. Далее нажимаем, и если вы свой баланс пополнили, переходим в площадку А130 и нажимаем «Активировать площадку». После этого у вас появится информация «Ожидает активации», а активация пройдет 20 февраля, когда в 12 часов по московскому времени будет старт проекта. Далее переходим в следующую площадку B390 и также нажимаем «Активировать площадку». Ну и заходим в площадку C1170, где тоже нажимаем «Активировать площадку». На данном этапе все сделано, а пока ждете старта, копируйте свою реферальную ссылку и приглашайте партнеров. Ну а на сегодня все, с вами был Олег, пока!